В городе идет снег вперемешку с дождем, а граждане кутаются в теплые вещи все сильнее. А на протяжении всей Севастопольской аллеи идет посадка кустарников и деревьев. Погода, говорят, не мешает, да и температура окружающей среды плюс 4. Снег-то лежит, а температура грунта все равно на уровне там 7 градусов. Грунт довольно теплый, а высадка сейчас очень удобная и благоприятная в том плане. Во-первых, у растений закончилась полностью вегетация. Они сбросили листву и нет рисков. Кустарники и деревья выбирали совместно с Советом Севастопольской аллеи. Так, на протяжении всей территории посадят 931 плод пузыреплодника калинолистного, 5 рябин и 7 пурпурных ив нано. Обычно растения высаживают с голым корнем, но не в этом случае. Мы же высаживаем растения с закрытой корневой системой, то есть они были посажены в контейнер, полностью его облили, и количество корней на данный момент вот такое. Даже если будет какая-то неблагоприятная среда, все равно растение благодаря своим корням найдет чем пропитаться. Гарантия на высадку дается 12 месяцев. Если кустарник не приживется, то его заменят на новый. Но это не распространяется на случай кражи или слома. А раз сами жители проголосовали за обновление Севастопольской аллеи, то все будут настроены на то, чтобы сохранить зеленую красоту, а не испортить ее. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».